прибыл автобус маршрута номер 20. Тобольский транспорт оборудует для маломобильных граждан. В городе поэтапно запускают автобусы, приспособленные для незрячих и слабовидящих. Направление и номер маршрута озвучивает динамик на внешней стороне кузова. Наш вопрос, наша просьба, наше пожелание о том, чтобы установить на городском транспорте внешнее озвучивание номера маршрута, оно было услышано в 2022 году. И с 2022 года начинается работа по установке этого оборудования. Еще недавно в качестве эксперимента на маршрутах, где есть социальные и медицинские учреждения, работало 10 автобусов. Сейчас внешними голосовыми оповещателями оборудовано уже 59. Вот сегодня я ехала на работу. Такое впечатление, вот, как будто бы автобус подошел для меня. Очень удобно, неважно, снег, темно, то есть я не вижу совсем. Подходит, одновременно может подойти несколько автобусов. Озвучил маршрут, номер маршрута. Слышно, где дверь открывается. То есть не бегать, действительно, не искать. Это очень удобно. До конца мая в планах у руководства Тобольского автотранспортного предприятия оснастить динамиками весь автопарк. Система – это наша собственная разработка, собственное ноу-хау. Система понимает, на каком маршруте работает автобус, принцип действия от открытия входной двери. Система понимает, что нужно объявить, несмотря на то, что иногда у нас бывает один и тот же автобус, в течение дня работает на двух или трех маршрутах. Транспорт Тобольского ПТП почти весь адаптирован для проезда маломобильных пассажиров. Много низкопольных автобусов с местами для инвалидных кресел. Светлана Галикова, Наталья Китова, Ярослав Прохоров. Тобольское время.